Сенат Франции представил доклад под названием «Ад за кулисами», в котором говорится о проблеме систематического сексуального и физического насилия в порноиндустрии. Авторы доклада обнаружили, что 90% порнографических сцен содержат насилие, и что две трети детей в возрасте 14 лет и младше знакомы с подобным контентом, несмотря на французский закон, требующий, чтобы зрителям было не менее 18 лет.